Вот мы идем к концу поля. Вот железная дорога рядом. Вот поле заворачивает, там второе поле начинается. Вот как надо искать, а вы друг за другом шестером шли. Один, давай на дорогу. Скажите мне, кто шел, завалил тебя, чтобы найти? Я. Да. Молодцы. Я. Обойте колесо, вот так. Вот туда зайдите, в башню, зайдите с дороги. Идите на дорогу. На дорогу пойдемте. Здесь вообще тяжеленький. Встаньте здесь. Подожди. Вон он, тошник. Ну вам непонятно, кто в центре картины будет стоять? Александровна, понятно? Вот вы не японцы. Те взад пятки как угодно идут, шаг-шаг. А это так, идут семеро, след-след уже сбились кучу. Чужой Никита идет по чужой пашне, он даже не глядит совсем. Чужая пашня, не, там ничего нету, все равно иду. Это наша нация. Большие сзади, маленькие здесь. Становитесь, фотографируйтесь. Встаньте, чтобы видно было. Ну, сапоги твои не нужны, брось, потом наденешь. Иди встань. Встань, фотографируйтесь. Ну не могу поставить никак. Тимофей, встань, встань. Стоять. Поднимайте выше. Так. Ты, Галя, уж извини нас, но разрешите тебе прикоснуться к ним. Держите. Посмотрите все, прикоснитесь. Это откуда идет корм? Подними повыше, чтобы видно было. Вот. Все прикоснитесь, Никита. Кто ходил? Да я прикоснусь. Ой. Остров. Володя. Прикоснитесь. Да, 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 Володя. Дядя Володя, дядя Галя нашла. Кто не прикоснулся? Дайте маленьким прикоснуться. Самым непослушным. Самым бестолковым дайте. Я. Ты бестолковый. Да, самый непослушный. Так. Я тоже бестолковый. Так, внимание. Что мы должны сейчас сделать? Отойди. Поблагодарить Господа. Не то, отойди в сторону. Ответ неверный. Отойди. Поблагодарить Господа. Поблагодарить Господа. А потом? Отдать. Прежде чем отдать, надо дойти. А идти надо узнать покуда. Там вон есть дорога такая, а здесь идти прямо по пашне. Где мы пойдем? По дороге. По дороге. Еще мама надо. По дороге. Глядь, Тихонович, а может вдоль железной дороги пойти? А? Вдоль железной дороги может пойти? Домой. И куда ты пойдешь? Так она же все равно там, где деревья. А он туда, если пойти, туда порвал? Да, он... Да тихо говоришь, ты громко говоришь. Он говорит, как это, таратора. Просто скажи, что хотел? Вдоль железной дороги пойти. Вдоль железной дороги? И куда? И выйти на деревню. А где деревня? А деревня покажи где. Вот так идти прямо. Вот где деревня, а железная дорога куда идет? Деревня. Там пахнет, по ней не пойдешь. Если надо идти, давайте туда мы не пойдем, далеко. Пойдем прямо, но только идти один за другим, дальше следом. Впереди, который идет, он вообще. Я согласен. Это не я, это кто-то другой. Так. Никита, береги. Давай. Сейчас мы так вот нашли. Вот так, третий раз до конца. И нашли. Теперь вначале вот так поражаем. Тут надо только веревочку по
узлу залезать через 10 метров, что каждый держался. Мы напротив японцев даже меньше, чем против человека Машкара. Ничего не понимаете. Сказал на равном расстоянии, обернулся, одна далекая, вот эта прет вообще не остановить. Куда она не смотрит еще, ей лишь бежать и бежать. Как будто бешеные коровы какие-то. Дошел до нее, кричу, вернись назад. Она повернула, теперь пошла туда. Она не знает, куда идет, зачем. Что, там нормально? А почему? Это блудная жизнь родителей. Запомните. Ничто так не разрушает мозги, как блуд. Бабки, детки, твой собственный. Он разъедает мозги. Самое глупое – это блуд. Поэтому молодежь надо беречь. Трястись над ними, никуда от них не отпускать. Она увидит мальчика, уже опрокинулся, лежит. Как понимать, что делать? Она не понимает, почему от родителей это идет. Они не могут ничего делать. Они показывают группу, 20 человек. Надо показать им. Надо показать этот фильм. Клерки. Там 40 я насчитал, 40 их. Как они идут быстро на сцене, это там где-то невероятно. Им команду дают. Как они поворачиваются. Другая группа идет вот так. Они друг через друга, 20 человек. Да. Что над детьми не работают самые драгоценные дети. Совершенно не занимаются. Главное накормить и во двор вытянуть. Там ребенок поиграет. Улица тебя воспитает даже не для тюрьмы, для могилы. Дети умирают быстро, они где попало попадают. Их насилуют, воруют, размонтируют. Вот мы это сейчас показали. Они даже пройти не могут правильно. Да, это движется. Вижу, 7 человек в кучу сбились. И у кого еще ищет? Опять отстал, мигом догнал. Ты ж знал, что не отстал, зачем отстал? А привык, Тимоша больной, ему болезнь, искусство создают. Но нет болезни, нормальный парень. Хороший учитель. Ты знаешь, Боже, как ты велик, слава тебе. Да будет благословенно это поле, принесет вторичный урожай. Благослови брата Игоря, батюшку Иоакима, всех, кто нас благословил. Благодарим тебя, что ты открыл сестре Галине и была найдена потерянная вещь. Слава тебе! Да будет благословенно это поле, и всех, кто приходит сюда, сохрани его от ворот. И нас от всякого несчастного случая. Посвяти мозги родителей, детей, и всем даруй рождения свыше от тебя. Чтобы были водимы Духом Божиим. Господи, пощади эту несчастную Россию, какие страшные беды грядут на нее. Открой глаза это священству, чтобы все просили у тебя рождения свыше и водительства Духом Святым. Ты нам это показал, Господи, чтобы это было форпостом для всех, откуда идет нападение духовное. Чтобы духовный народ был просвещенный. Сохрани всех от блуда, от разврата, от всего, что не славит тебя. От воровства, от посягательства на чужое, от мести. Научи нас прощению, милосердию. Ты дивно велик. Господи, ты позволил нам называться твоим именем христиане. Ты дал нам новое имя, хвала тебе. Благослови нас, Владыка. Мы находимся под благословенным небом, благословенным солнцем и землей ты дал нам в достатке. И научи нас это ценить. Хвала тебе, слава тебе, счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, мы возвращаемся сейчас здесь и идем один за одним. Самый короткий путь избираем. Пошли за мной. Так, вперед, я замыкающий. Передо мной,
Идем след друг за другом. Сказали один за одним. Тараси, ты опять выходишь уже из этой. Подтянулись. Подтянулись. Давай, Аня, давай. Левый.
туда, до поворота. Христос воскресе! Сегодня все может быть круче! Ну вот я к тебе положу, тоже Игорю надо. Ладно. Вот нам кажется так, что если бы я шел, я бы тоже нашел, но ты не нашел. Америку мог открыть и другой человек, но открыл Колумб. Все знали, что что-то где-то есть. В одном направлении шли, 2 недели останавливались, говорят, там конца края нет. А он решил идти по Мруну, дойду, и наконец Америка открыта. Ей Господь это открыл, и мы за это Бога должны благодарить. А ее бы не было, мы все равно нашли, неизвестно. А если бы она одна пошла, она, может быть, одна пошла без нас и могла найти. Колумб наш. Вот так избрание Божие падает на человека. Он не знал ничего, и Бог, вдруг Бог его из середины выдвигает. У него ни звания, ничего нету. И вдруг он совершает великое и неисследимое. Вот бы имени не пошел. Главы восстания против поляков. Против поляков. Так, а кто такой Стефан Пермский? Не знаю. А кто такой Иннокентий Вениаминов? Кто? Таких не учим, говорит он. Кто? Таких не изучают они. Ну это плохо не изучать. А кто такой Николай Касаткин Японский? Это проповедники. Это настоящие были апостолы, как Макарий Глухарев. Алтай, алтайский, архимандрит. Вот перевел Евангелие для другого народа. Он участник перевода на русский язык Библии. Ваня. А его свое церковное начальство гробило, он рано ушел из жизни. За то, что он занимался этой деятельностью. Он деятельность. Он 475 только этих аборигенов крестил. Он не знал, с чего начать. Он помогал, заходил в юртах, выметал. Вот братья Патриевские еще начинают. Уже начали косить по пусту. Мы всех не можем назвать, сколько таких проповедников прошло в мире. Мы говорим, Минин и Пожарский освободили от поляков. А кто освободил от демонов, от злых грехов, от блуда, прелюбодеяния? Кто? Христос и его посланники, апостолы. Поэтому у Бога есть избранники. И мы их должны помнить и молиться. Написано, взирай на кончину жизни их, подражайте вере их. Мы должны подражать. Апостол Павел говорит об этом так.
подражайте мне, как я Христу. Мы должны смотреть на Христа и на его ученика апостола Павла. Понятно? Поблагодарим Бога. Шапочки долой. Кто желает помолиться, поблагодарить Бога? Своими словами. Выходите рядом сюда, смотрите и начинайте молиться. Виктор Николаевич. Давай, потом еще кто помолится. Мы повернулись на тот на восток. Слушайте внимательно. Господи, Иисусе Христе, истинный Бог наш, мы благодарим Тебя за эту возможность славить имя Твое Святое вместе с детьми, за это тихое мирное время. Слава Тебе! Посети, Господи, в этот час нищих, сирот, вдов, одиноких, обездоленных, болящих, скорбящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милости. И научи нас, Господи, ценить каждое мгновение в жизни. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше. Слава Тебе за этот ветер, за это небо, за эту зелень, которую Ты нам даруешь. Господи, за эти посевы, которые начинают возрастать. И за эту возможность помочь брату нашему Игорю. Слава Тебе. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, кто желает еще помолиться? Проходите. Кто желает прославить Господа? Всем. И женщинам, всем. Слушайте внимательно. Господи, милосердный Иисусе, благодарим Тебя, что Ты помог нам найти эту жизнь, которая очень нужна нашему брату Игорю. Милосердный Иисусе, Ты сам нам помог. Это не нас, не от нас. Помоги нам, Господи, быть истинными христианами, быть добрым примером христианина, окружающим нас людей, для детей наших, детям наших. Господи, даруй веру, от слышания слов Евангелия. Даруй, Господи, им страх Твой великий, разумение, место без помощи Твоей Святой и нас, воспитателей, родителей. Даруй нам мудрости воспитывать благочестие в чистоте. Научай вере. И прибудь с нами, милосердный наш Господь. И чтобы наша жизнь не была напрасной на этой земле, доведи нас до Царства Твоего Небесного. Помоги, Господи, нам также с детьми, которые приехали. И семя, которое сеется в нашем лагере, их сердца, Господи, прорасти. Не оставь этих детей без помощи Твоей Святой, когда они уедут из лагеря. И будь с ними, Господи. Да будет на все не наша воля, но Твоя. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы сейчас помолимся. Вот куда дальше? Мальчики справа. Стояли. Стояли. Встаньте так, чтобы друг около друга стояли. Куражки свои можете на пол бросить. Куражки бросьте свои. Потом возьмете. Мы сейчас будем молиться, прославлять Бога. А потом сразу, как только я опущу руки, мы сразу все встанем на колени. Колено преклонено, поблагодарим Бога своими словами. У нас редко такие моменты бывают. Господь Боже наш, слава Тебе. Небесный утешит при души истины, и же везде сны вся исполняя, сокровища благих и жизни податель. Приди и вселись со мной, будущий себе в среде слова. Господи, прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, слово благодатель. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Боже всемогущий, Господь и Бог Иегова, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас, о благе нашем и во благо нам. Боже, услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, болящих, парализованных, брата нашего Сергея, покинутых ради Бога. Посети их, сохрани и доведи до желаемой пристани, навеки веди в Царство. Боже,
ваша хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Твой Дух. Аминь. Отец наш Небесный, мы просим Твоего благословения на эту землю. Сохрани эту страну, которая почти полностью разрушена, где уничтожает труженика земли. Помилуй, Господи, правителей, вразуми их, дай им страх Твой тем, кто не работает, а только грабит народ. Господи, что стало с Россией, что стало с народом? Они забыли Тебя, они не знают. Благослови патриарха, епископов, священников и паству, и даруй всем духовное рождение. Наставь на путь евангельский. Избави от вымыслов человеческих, от всего, что не славит Тебя, что противно Святому Евангелию и Святой Библии. Мы нуждаемся в этом, Авва Отче. Прибуди, исполни, услыши, сохрани и прости мои согрешения, согрешения народа моего, и даруй нам всем послушание заповедям Твоим. Прими нашу молитву воздеяния рук. Услыши народ Твой, воздыхающий Тебе, Боже. Коснись сердца правителей, наведи страх Твой на них. Ибо они будут отвечать строго перед законом за уничтожение этого народа, этой страны. Чтобы мы были примером для всех, как нельзя поступать. Израиль согрешил, и Ты послал его в плен. Это же уготовано любому народу, который не слушается Тебя. Пощади, Владыка, народ Твой. Помилуй, сохрани. Прибуди. Не оставь. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай, слышь, брат твой. Господи, упокой в обителях небесных усопших отцов и братьев наших и всех православных христиан. Прости всякое согрешение. Еще водички. Давай, давай. Вот он хороший такой. Смотри, как он пьет жадно. Так давай, шарик еще. Бали, еще. Бери, еще бери. Один бали. Бери, не бойся. Шарик. Шарик. Держи. Давай, давай. Бери. А куда приехал? Я держу. Ну, вот он как. Да умница моя. Мы заловка очень. Пейте, и все уходим. Смотри. Что, попили? Нет. Мы не начали. А что не начали? Володя, не забывай, он с собой. Ну так пейте, что вы сидите? Вот, значит, у меня как выйдут здесь интерес, потому что вы воду. Холодильник положим.
И она полежит там. Тут и репей какой хороший. Донная крапива. Это будонная крапива пойдет нам на салат. Это очень и очень витаминная. Проводи, Ваня, вперед. Проходим. Ваня, дроба. Иди, Ваня. Она не жгучая крапива. Посмотри, вот я ее руками беру. Она не жгучая. Можете нарвать, макушки оторвать у ней. Макушки оторвите, дубдон. Бездомный. Назвал бездомный. Крапива. Дубдонный. Вот это не крапива. Да. Это дубдонная крапива называется. Кстати, это вот это кушать она можно, да? А? Игнатий, эту можно кушать? Вот это и надо. Но это не такая, какую я говорил еще. Там еще другая есть мелкая, третий сорт. Но это идет. Витаминная. Вот это. Уходим. Уходим. Паша, что есть крапиво? Все, Ваня, подождал. Паша! Вон, положи, Игнатий, что мы чугика. Нет. Что, моя реки пора? Нет. А ты ему давай? Потянулся, Ваня, потягивайся. Такие высокие березы. Господь чудно их вырастил. Иди. Вот это у Игоря Барабаша. Дом, техника, гараж. У него разное. Тут все поразросло. У него... Вон идут наши лагерь стан. Растянулись, как обычно. Вот возвращается наш лагерь стан. Искали одну запчасть от сеялки у Игоря Барабаша. И нашли. Сестра Галина у нас нашла. Загуляева. Это и начальник, как обычно, по-армейски всех распределяет. Это вот Игорь Барабаша, хозяйство все. Дом, гараж, стайки вот эти вот, где коровники у него, коровы стоят, дует он там. Вот сестра, которая нашла у нас запчасти, идет радостная, нашла эту запчасти. Он тут крутится. Мне трудно было подождать. Не хватит друг на друга. Полтора метра, отойди сюда. Опять уже в тапку подкнули. А где пружина, Володя? Вон, у меня на велосипеде. Игорь Александрович, пожалуйста. Спасибо. Галина Александровна нашла. Тяжеленные. Так, все, если не трудно будет, 12 июля снабди нас за свой счет творогом и сливками. Обязательно. Все, договорились. Потому что видите, какое воинство-то.
Я-то обойдусь и без этого, но тоже прислонюсь. Ну, спаси, Христос. Да, очень выручили меня. Я вчера проходил по тому краю, ну, это но это, знаю, в одиночку это... Мы решили так пройти. Нашел. Так, если не найдет, тогда вот так вот. Одну свяжу веревочку, через 10 метров узелки, держаться за узелки, и тогда пойду. Тоже оттуда, вот тоже сеял. Это, наверное, все ты же сосредоточил. Это постепенно, еще бы раза прошли, пол трактора собрали. Там, ну все, ну это твоя нет, это поддельная. Да, 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 она и есть, вон, смотрите, один в один. Ты признал ее? Конечно. Ну благослови нас, пошли мы. Ну, спаси Христос, с Богом. Если что, еще буду обращаться. Я там потеряю. Пошли. Теперь я понял, почему ты не вот бачки. Да, отдали Игорь, он доволен. Обещал разбираться. Ну, а тогда кто нашел? Шарик поди. Ну посмотри на людей сначала. Вот определи, кто. Маша, ну пройди по рядам, так по глазам погляди. Я не прозорливый, но... Ну ты понятно, что стоят мальчики. Ну понятно, мужской пол, потом женский. Вдруг что-то один женский пол впереди. Ну что, это воспитатель старший, я думаю, что он? Диск несла найденный ею. Галина Александровна, помолись за востроглазую. Ну, подняли пыль-то тут. Фух, это как он только вот бык этот барабашинский роет и этот еще. Фу. Ладно, идите, а то вы сейчас еще здесь нароете. Ну вот такое дело, батюшка. Так, один только диск нашли, а молоток не нашли, нет? А он не говорил, мы бы нашли. Пружину какую-то нашел, говорит, моя. Красный молоток новый потерял. Хороший. Ну если бы он сказал, теперь запашут. А мы-то прошли только третью часть поля. Ну, да. Вот будомная квартира, это крапивы набрали. Она очень много витаминов. Подарим маленько тебе. Все, не надо. Я делаю салат всегда из нее. Я, мне не надо. Ну поехали, все, уходим. Давайте, вперед. Давай, держи, держи. Так и держите, сколько. Пойдете. Бери за руку. Возьми за руку. А ты последний. Вот так и идите. Загони его. Я иду.